Дом, осиновый душе, подготовка к зиме. Вы знаете, совсем небольшое количество времени вступят в отопительный сезон своего полностью. Но у нас всегда есть возможность наш любимый профессиональный праздник сделать так, чтобы на сердце было тепло. И этот листик, который должен показать, этот листик, который сейчас в воздухе кружится, тихо падает, и который сегодня забежал на объявление, которое мы постарались повесить на каждом этаже, этот листик напоминает вам о том, что осенняя пора, время нашего профессионального. Мы долго с вами знали, что это было первое воскресенье октября, но потом узнали, что есть Международный день учителя. И вы знаете, что в последнее время мы отмечаем профессиональный праздник Международный день учителя. Ну, я даже могу вам сказать, что указ этот был подписан президентом Ельцином Борисом Николаевичем, потому что этому дню уже можно следовать с нулевых годов. Ну, с днем нашего профессионального праздника мы сегодня придумали для вас маленький концерт «Букет осенних листьев», который вы сегодня услышите в основном в вокальном исполнении, чтобы было вам тепло от наших голосов. Говорят, когда поет душа, как раз ваше сердце наполняется приятно, приятно и радостно. Что хочу сказать? Традиционно раньше мы на этом празднике посвящали первые курсы наших, первый день обучения в нашем институте, посвящали студентам. Но поймите правильно, мне кажется, если мы на каждом празднике будем с вами посвящаться студенты, то это будет не очень понятно. Словом клянусь, если вы помните, в этом зале наши девушки и юноши произнесли День знаний. Потом у нас был Московский парад студентов, где это действие, тоже мы в этом действии участвуем. Поэтому я думаю, вот посвящение можно подвести черту. И сегодня еще раз увидеть наших первокурсников уже как начало творческого будущих учителей на нашей сцене нашего прекрасного института. Что хочу вам сказать? Каждый учитель перед классом, сзади доска, а впереди детские глаза. Если он не умеет творчески себя преподнести, дети его не воспримут. А наши дети с отклонением в развитии видят в нас и маму, и друга, и, конечно, тетю, которая делает праздник, или дядю. То есть мы для них обязательно только люди, создающие праздник. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что учеба. Но что бы дальше? Не раскритиковаться мысли подумать. Мы предоставим первое наше выступление нашим поющим девушкам. И я перед тем, как это сделать, сделаю такую паузу. Подождите. Мы хотим сказать, что с прошлого года мы начали относиться к своей профессии очень серьезно. Наши студенты очень активно участвовали в профессиональных действиях на дне открытых дверей. Так что некоторые дети, наши студенты, получили благодарственные письма от ректора Виктора Васильевича Рябова, нашего президента городского педагогического университета. Поэтому пользуюсь этой торжественной обстановкой, чтобы первый курс видел перспективы своего продвижения. И вы знаете, что сейчас мы обсуждали очень серьезно, уже и серьезные стипендии. Значит, мы можем сказать, что вот эти благодарственные письма будут портфолио, и это первые шаги. Каждый студент, имеющий портфолио, может рассчитывать на серьезный, уважительный, стипендиальную карточку, можно сказать так. Поэтому я буду вручать, пожалуйста, ваше внимание. Полосова Наталья Георгиевна. Потом у нас здесь было очень много полных залов, так что молодцы.
ребенок, провели очень серьезную, сделали такую очень серьезную действительно карточку нашу и профессиональной работе, и волонтерству. И эти девушки получат у нас и грамоту, и вот такой очень серьезный буклет в подарок, который не всем преподавателям нашего университета дают, а только с вручением медали «Вайбер на 10 лет». Thank you.
как раньше Настя Аня. Да? Аня, поднимите руки. Настя, поднимите руки. Татьяна, поднимите руки. Юлии, поднимите руки. Все в доканате. Наташа, поднимите руки. Полины, смотрите, да. Ирина, поднимите руки. Ну, то есть, вы знаете, да, вот у нас диктант, Настя. Но мы, помните, я вам говорила, мы должны с вами быть очень дружными и любить, и очень аккуратно относиться к тем ситуациям, когда каждый из нас немножко не такой, как другой. И эта тема толерантности очень близко подходит к теме интернациональной. И поэтому мы сейчас с вами увидим русский народный танец. Пожалуйста. Добиться понимания. Мы хотели, чтобы нашим преподавателям было очень приятно.
Это наш песенный репертуар, поэтому носит такой милый, симпатичный и очень хороший в нашем репертуаре номер. И следующая песня «Я тебя никогда не забуду». Есть такая у нас возможность. Скрипка и гитара.
студентка 28-й группы Попова Акилина и Снегирев Александр. Дорогие наши педагоги, в этот праздник, в День учителей, позабудьте все тревоги и на мир смотрите веселей. Ведь сегодня день для вас счастливый, и ребята, все как сговорясь, вам несут букет большой красивый для сияния ваших глаз. Лучшая награда за старание лучше, чем любая из похвал, и у них одно желание – угодить, доставить радость вам. Ради вашей искренней улыбки и студент, и каждый ученик вмиг исправит все ошибки и в дальнейшем их не повторит. Вы для всех несете факел знаний, то, что не погаснет никогда. Пусть же сбудутся все ваши пожелания и исполнится заветная мечта. Ведь вы делите свой опыт с нами, пусть же вас не трогает ненастье. И навеки пусть горит над вами яркая звезда успеха, славы, счастья. Yeah.
всем педагогам за то, что они с нами всегда были и есть. Поздравляем с днем учителя. Иванова, Татьяна, с девушками.
наших разных групп. Выходите, Надежда! Я знаю, люблю.
помогает. А теперь мы послушаем звезду нашего вокала Фетисову Екатерину.
Ну и последний подарок.
Да, уже наша аппаратура тоже не сдержана. Последний подарок преподносит 26-я группа. Тоже звезда нашего бокала. Антонина Пляцы. Пожалуйста. Каждый глаз.